Серега, добро пожаловать! Спортсмен, представляющий город Кизилюрт, Россия! Приветствуйте! Шигабутин Алиев! Итак, Кизилюрт, Россия. Шигабутин Алиев сейчас займет место в синем углу. Много, конечно, хороших спортсменов из этого региона. И школа хорошая была и в Буйнакске, и в Каспийске. Гайдар Дайдарбеков, олимпийский чемпион. До последних лет. Селимов. Дагестанская школа. Навазов, полутяж. Да, дагестанская школа бокса. Прекрасные бойцы, и физически развитые, и обученные хорошо, условия у них. Фактурный парень, да? Ну, мощный. Может ударить. Но мне кажется, Красногов. Добро пожаловать его сопернику. Боец, представляющий город Краснодар, Россия. Приветствуйте. Будет смотреться. Опять Руслан! Есть Файфер! Непредсказуемые вещи в боксе. Есть. Уважаемые дамы и господа, знакомьтесь с соперниками. Боец в синем углу. Ему 28 лет, рост 188 сантиметров, без 100 килограммов, 300 граммов. Профессионального бойца. 9 боев и 9 побед. Представляющий Кизилюрт, Россия. Шигабутин Алиев. И в красном углу его соперник. Ему 30 лет, рост 184 сантиметра, вес 99 килограммов, 700 граммов. Профессиональный рыбак бойца. 30 боев, 27 побед, 3 трех поражения. Представляющий Краснодар, Россия, Руслан Файфер! Рыбак бойца Александр Калинин. Рыбак этого бойца Ираклий Малазанин. Итак, Руслан Файфер и Шазабудин Алиев. 10 раундов должен пройти бой. Я надеюсь, что Руслан хорошо подготовился, и на этот раз функционалка его не подведет. Ну, это уже сформировавшиеся бойцы. Здесь как бы движение уже достаточно отстроено, выточено. Ну, Руслан хорошо сейчас взорвался. Ну, не сильными ударами, но, тем не менее, множество ударов, они достигли своей цели. Больше
на борца похож, конечно, парень. Ну, опасный, да, он такой мощный. Да, торс мощный. Но это все, эту мышечную массу нужно кормить кислородом, поэтому посмотрим, как тоже опять в последних раундах все это будет, если дойдет до таковых. Ну, удары, конечно, затянутые. Я считаю, что у него затянутый удар. Может быть, он знает, кто перед ним, и это закрепощает. Но вот сейчас очень сильно ударил. Очень сильно попал. Я думаю, что немножко потряс даже. Торопится Руслана. Он хочет развить успех. Да, да, да. Косит такие удары вниз, да, косящие удары, учитывая, что Руслан уходит вниз. Да. Я думаю, просто сейчас будет подстроиться Руслана, да, неожиданные такие. Руслан пропустил очень серьезный удар, и сейчас ему надо немножечко все-таки на дистанции поработать, потому что он опять же зачем-то начал рубиться с ним, вот как сейчас. Я думаю, это рискованно. Это неоправданный риск. Это первый раунд. Мышцы свежие. Креатин в мышцах не истрачен. Поэтому удар очень опасный. Правый режущий удар такой, да, косящий. Руслан, надо задачу решать, как вообще его похоже, нейтрализовать. Похоже на бой первый, на первый бой вечера. Левый, левый, правый. Удар почтальона. Дистанцию надо Руслана работать, да. Вот что здесь ясно. Ну, конечно, если так брать по очкам, то, конечно, Руслан выиграл этот раунд, но он пропустил очень тяжелый удар. И как это потом в дальнейшем скажется, неизвестно. Я готов уровень жесткий, в принципе. Я Александру Доле объясняю это, если есть возможность. Вот. Ну, может быть, знаками показательно. Если есть возможность Роя Джонса пригласить сейчас. А вот сейчас пошел первый раунд такой был опасный для Файфера. Да. Его задача здесь вот пробить такую двойку или тройку, чтобы не было возможности пробить вот этот режущий удар, да, то есть успеть уйти после этого. Ну, обычно в первых раундах Руслан справляется с этими задачами. Я вообще удивлен, что он в первом раунде пропустил удар. Как бы. Но он боксирует как-то немножко не в своей манере. Он довольно близко подошел и в прямом смысле рубится. 188 рост у Алиева. На 4 сантиметра он выше, чем Файфер. Ой. Опасно, очень опасно. Кстати, у Алиева 9 боев, 9 побед. То есть, в общем-то, такая громкая заявка, ну, на какой-то, может быть, ну, вопрос в оппозиции.
Я не думаю, что там была оппозиция какая-то мощная. Опасный, конечно, он опасный, он мощно бьет. Сейчас пробил очень жестко по туловищу Руслану. Вот хорошо от Руслана по печени. Поэтому речь идет о том, что он чаще по корпусу бить, сбивать дыхание, тогда да, можно да. На верхнем этаже решать вопросы уже. Правый снизу удар! Правый снизу! Вот, очень хорошо. Сдвоенный удар. Да, да. Печень, голова, печень, голова. И ушел. Ой-ой-ой-ой. Нет, опасно. Ничего, он просто бросает. Руслан не даст, я думаю. Был касательный такой правый удар, неприятный. А сейчас по затылку бьет. Ну, с отчаяния, наверное, что пропустил такие удары. Он толкает и бьет по затылку. Чувствуются борцовские элементы, давление на плечи, да, вот такие. Ой-ой-ой, вот здесь уже что-то личное появляется. Ну, парень корректный, я имею в виду, что здесь ничего личного нету, просто эмоции имеют. Ну, да, из-за эмоций есть удары по затылку, наверное, все-таки в горячке. Вот. Я не думаю, что специально. Но много сил потратил, конечно, Руслан в этом раунде. Александр Фарухович Нури поставил задачу взять интервью у Роя Джонса здесь. Ну, посмотрим, как Рой Джонс. Ну, Рой Джонсу передали наши пожелания, да. Насколько он откликнется. Да. Опять Руслан пробивает по печени. Опять противник бьет по затылку. Ну, такой интригующий бой. Абсолютно не в своей манере Файфер боксирует. Он принимает жесткую руку в ближней дистанции. Потому что на дистанции трудно правый вот нанести удар. Он придется в спину, да, в лопатку. А на средней опасно. А средняя, на ней тоже хочется работать. Но там опасно. Такие два гиганта, как бы, такое украшение, да? Да, праздник. Хороший бой. Не скучный, по крайней мере. Тут атлетизм присутствует, да, и такая фактурность, да. И, в общем, чем-то напоминает, знаешь, 30-е, 40-е годы, американский старый old school, да, бокс, ну, можно так немножко. Ну, тогда не было таких качков, каким является представитель дагестанской школы. Я говорю про контур работы. А, ну, скорость силовой, такая, силовой, да, силовой бокс, невысокая, да. Скорость относительно, да. Тягучая такая. Хотя у Руслана достаточно... Достаточно быстро он работает, я бы сказал. Скорость у него хорошая. Вот здесь. Вот он опять, получается, в затылок. Да, да. Идет. Ну вот он грешит этими ударами в затылок. Больше на улице, наверное, так стоит бить. Не знаю, может, он где-то из ММА пришел. У многих дагестанцев, потом опыт борьбы у него есть. Конечно. Это они чувствуется. Они фактически все борются. Это с детства.
правый сейчас. Разноименный удар нанес. Дагестанский боец. Опять по затылку. Какой-то уже навык выработан, он даже пытаясь от него избавиться, он не может по-другому. Ну, это типа оверхенда что-то идет, и поэтому. А поскольку Руслан опускает голову, удары приходится по затылку. Ну, закончился раунд тоже, опять же, ну, достаточно рисковый бокс демонстрирует Руслан Файфер. К сожалению, были падения у него, и я не думаю, что у него уж крепкая такая голова, поэтому, ну, не знаю, я не могу советовать каждый боксирует так, как он хочет. У него есть тренер, у него есть свой навык, у него есть свой опыт. Но тем не менее, я бы не боксировал в данный момент в такой манере. Тратится очень много сил, и каждый раунд рискован. Ты знаешь, так есть расхожее мнение, что есть неудобные соперники. И здесь может быть такая история, что трудно подстроиться. Вот эти контуры работы, они неожиданные. И это решает боксер в ринге. И это чувствует он. Мы не можем в его ботинках быть. Конечно. Это естественно, это наше субъективное мнение. Просто, может быть, Руслан вообще хочет поработать в такой манере, и он готовился именно работать в такой манере. И противник от него такой работы не ожидает. И поэтому он с ним и так и работает. Потому что он привык работать так, и, соответственно, готовился противник под того Руслана Файфера, он его видел. Изучил манеру, да, было, да, время. Да, да. А он предлагает ему нечто другое. Поэтому в этом тоже, наверное, есть свой смысл. Тренер Петроченко достаточно спокоен, я смотрю. Достаточно спокоен, но не вижу тревоги в углу. Ну, с промоутером Богдановым, да, из Санкт-Петербурга, да, сейчас, да, они, да, сидят и вот размышляют. И как-то с улыбкой на лице, да? Да, в общем-то, я не вижу тревоги на его лице. Поэтому, наверное, все-таки идет все по плану. А Петроченко, Виктор, работает, да, с Русланом? Ну, он, по крайней мере, много с ним работал. Ну и сейчас, в данный момент. Опасный правый. Опасный правый. На шаге таком вперед. Да. Можно не успеть отойти. И с ним работает краснодарская команда с Факером сейчас. Но Петроченко, тем не менее, здесь, у ринга, и болеет за своего ученика. Ну, Руслан хорошо отработал серию, но немножко остался. Получил в ответ. Опять хорошая серия. Вводящий у него идет правый, как раз в область височной доли. Вообще, конечно, работает разнообразно. Мне кажется, что противник Руслана немножко подсел. Вам не кажется, коллега, что... Ну, бывает, боксеры второе дыхание выявляют, да? Ну, бывает все, такое. Все бывает в данный момент. Он сейчас взял паузу, а может быть сейчас к концу раунда он начнет набирать очки, мы же не знаем. Все может быть, но мне кажется, что он все-таки сдает. Тем более он пропускает. Я не думаю, что он заманивает такими пропусками Руслана. Кстати, он Биткулов, боксер, он казах. Ну, оказался как прав. Я и сказал, да, да. Очень... Неудивительно, да? То есть мы как бы здесь что-то можем подтвердить. Но, тем не менее, корректно бой проходит, несмотря на какие-то, может быть, грязные штучки. Ну, в данный момент вот этот раунд Руслан уверенно забрал. Без потерь.
Малазоне сейчас Ираклий поделился записками этого раунда с супервайзером. И думаю, что там счет в пользу Руслана. Ну, мне тоже так кажется. Я не судья, но мне кажется, что Руслан побеждает. Всяко бывает. Бывают очень странные решения судей. Поэтому я не могу сказать, что нас ждет в итоге, если бой продлится до конца. Отведенных 10 раундов. Ну вот опять же я могу сказать, и мы с Русланом беседовали на одном из турниров, также на турнирской позиции, очень много ударов в закрытую защиту. Хочется все-таки уходов с линии атаки, да, и контратак. То есть не принимать это на голову, а уходить. Мне кажется, хотя тяжело в тяжелых весах делать часто, но Тайсон же работал так, ну, все-таки имею в виду тяжеловес. У него были другие скорости. Я понимаю. Такая спойлерская защита, немецкая, да, скажем, мы привыкли в немцев ее видеть в 2000-х годах. Блок. Блок, да, прием ударов и ответка. Да. Такой же блок, ну, у немцев там был. Руслан показывает, что он придавливает ему голову, и в этот момент он... Дагестанский боец нападает. Сейчас хороших два удара, сильных. Под туловище Руслан пропускает, но возвращает в голову. Ты заметил, его тело под наклоном было 45 градусов. Он мог это все сгруппировать, да, то есть он же удары как бы проваливал. И постепенно мы видим, уже со средней дистанции удары проходят. Сейчас он будет прикармливать снизу, а потом, видимо, и боковой придет. Ну вот это уже бокс. Это уже бокс. Достаточно даже игровой. Силы у обоих поубавились, и вот они стали боксировать. Да. Ну вот, взорвался. Алиев. Заплясали так чуть-чуть, да, да. На ножках. Да, да. Но взрыв более эффективный стал. Опасно, опасно. Три удара пропустил Руслан. Как ты предполагал, силы почему-то вернулись. Ну, противник. Борцы как никто умеют, кстати, вот так аккумулировать эти силы. Но я считаю, что этот раунд, конечно, Руслан проиграл. Именно этот раунд. Это, наверное, первый раунд, где я считаю, что он проиграл. Да, в первом раунде он пропустил жесткий удар, но остался на ногах. И в целом раунд он забрал. А здесь он пропустил несколько жестких ударов и как бы оставил их без ответа. Подсели оба, но дагестанец предложил под конец раунда, даже, я думаю, с середины, уже опять силовой. Дело в том, что Алиев был в курсе утомляемости на больших дистанциях Руслана, да. И сейчас как раз и может этот перелом наступить, так называемый, ну, да. На
силовых кондициях. Да, да. Тогда вот здесь уже можно сейчас темп увеличить. Темп. А на фоне усталости Руслан уже может видеть удар, но не успевать реагировать. Да. Такой же феномен есть, да, кстати. Боксер бьет, все знают, что он бьет правый, да, бьет крюк там или бьет этот через руку удар. И все равно он приходит. Ну вот сейчас после удара в корпус Руслан ушел от удара в голову и сам ответил. Здесь получать, отвечать не канает, да, как говорят. А здесь надо преимуществом владеть постоянно, пробивать больше, владеть инициативой. Вот что нужно. Ну, два года разница у них, кстати. У Руслана сейчас 30 лет, а 28 лет Алиеву. Так что, в общем-то, тут... Ну, дело в том, что Файфер достаточно потрепан в боях. Он провел их больше и тяжелые бои проводил. Утрата уже стойкости. Да, поэтому ему лишний раз голову пропускать не стоит. Ну, хорошо, но мало. Пробил левый на шаге. Хорошо пробил, конечно, с правой руки. Помнишь бой Дзюды, да, когда был один шанс, он попал, он использовал. Смог. Да, он использовал. Так же и в футболе, да, Зидан, помнишь, Лига чемпионов. Один удар ножницами, да, и гол. Вот это профессионализм. Это именно великие могут делать. Ну, по корпусу бьет. Хорошо, соперник, он, да. Ну да, и он тем более он дальше, еще дальше заставляет Руслана немного улетать. Немного лицо у Алиевна Дюрана, да, иногда Роберто Дюрана напоминает. Да, вот так, ну, с этой бородой, да. Ну, борода, значит, это скулы, брови. Неожиданный удар, а у Руслана все-таки скорость ударов, она в одном ритме проходит, вот согласись. Нужен какой-то вот спурт. Нет, у него были вот эти вот всплески и разности скоростей, но когда он был свеж. А сейчас, да, сейчас у него примерно в одном ритме идет на усталость. Но пока как ничейное ощущение, ничьи, такой как бы равный. Выровнял бой Алиев. Да, выровнял. И понятно почему. А ну, усталость? Нет, это из-за усталости Руслана. Спорт. Понятно. Здесь почему. Каждый фактор имеет значение. Конечно. А 10 раундов боя, так что у нас еще 4 раунда. Вот это сейчас критические раунды для Руслана Файфера, потому что как раз после 6-го раунда он обычно перестает чувствовать дистанцию, становится вязким, становится неустойчивым именно после 6-го раунда. Ну, пожелаем. Я вот желаю Руслану удачи и справиться с этой вот выработанной уже псевдостратегией. Этажам начинает Алиев работать, причем успешно, и успевает уйти, да, не да. Успевает Русланова поймать на противоходе. Жестко начинает работать. Сейчас вторым номером уже работает, мы видим, да, он на отходе работает, да. Левый, но уже не успевает отвечать. Очень жестко. Сейчас хорошо. Не, все корректно, но завис парень, да. Руслан, ну, удар
Ну а что? Красиво, красивая комбинация. Все было нормально, он его провалил. Ну, и потом... Все красиво. Не дожидался, пока он особо развернется. Ударил. На ногах не успевает Алиев. Поэтому такие размашистые удары, да, вдогонку. То есть. Но все равно опасный, очень опасный удар. Опять удар по затылку. Пора уже, наверное, замечание делать. Но Руслан, видишь, он проявляет верткость. Уходит от ударов, от опасных ударов. Но надолго ли хватит? Хорошо сейчас было снизу, справа, да, очень на шаге. Но нужен еще удар. Если бы, удара, если бы эти удары были на свежую голову, как говорится, они бы возымели больший эффект. Ну, чувствуется опыт Руслана. Сказывается, он проваливает он своего соперника периодически, ставит неудобное положение, несмотря на превосходство силы и функционалки, Руслан все-таки выглядит предпочтительнее, я считаю, в этом раунде. Слишком явно бросился с левым боковым. Здесь, когда корпусом Руслан работает, сразу ну, ощущение острого выпада возникает. Да. Опасно, конечно, опасно. Все очень опасно. Все на тонком идет. Такая интрига сохраняется. Восьмой раунд сейчас. Ну, я считаю, что Руслан хорошо его провел. Продолжаем прямую трансляцию, друзья. Юбилейного вечера, посвященного 25-летию Федерации профессионального бокса Южного и Северо-Кавказского федеральных округов. Большая дата и большое шоу сегодня. И вот это... Завершающая встреча этого турнира. Главный бой вечера. Главный бой вечера, да. Руслан Файфер, наш знаменитый крузер. Встречается с очень неудобным бойцом Кизилюрт из Дагестана. Очень фактурным, физически мощным, не имеющим поражений. На старте карьеры 9 боев, 9 побед. Восьмой гол. Забудимом Алиевым. Сейчас самые тяжелые раунды, так называемые чемпионские, да? Здесь нужно рассчитать силы, чтобы сопернику не дать разгуляться и самому сохранить их для совершающих атак. Потому что сейчас в этих раундах будут главные очки набираться. Я удивился, что Алиев сейчас довольно свеж. И, по-моему, в четвертом раунде он сильно подсел. Или сделал вид. Ну, он сделал паузу, мы говорили с тобой, сделал паузу. Да. И сейчас он чувствует, что есть возможность прибавлять. Видишь, прошлый раунд был за Файфером, и сейчас реабилитация пошла. Посмотрим, вот он на ближней дистанции начал боковыми работать, а стало получаться у него. Это опасно. Но все равно Руслан достаточно уходит пока успешно. Иначе это бы все закончилось. По печени сейчас. По печени жестко пропустил. Надо восстанавливаться сейчас, придется несколько секунд. Ну вот он и прилип. Руслан прилип. Выжидает. Сейчас главное, чтобы рецидива не было, потому что он сейчас пристрелялся. Ну вот он сейчас успешно делает апперкот. Посильнее бы.
А рука на месте. Он хотел повторить, но у Руслана рука на месте оказалась. Опять эти нелепые удары сверху. Очень опасные, конечно. Со стороны Ильева. Алиева. Хороший ревизбок встреч. Легкий, да. Да. Вот, в общем-то, вот это когда и надо делать. Когда пошла легкость, да, у нее пошло движение. Вот это и надо делать. Легко бросать и плечи уходить. Расслабить, да. Ну, поплясать на ногах чуть-чуть. Молодец, Руслан. Опять он его попадает по затылку. Он уже накапливает удары. Я не понимаю, почему не делают замечания за удары по затылку. Ну, ты помнишь, что Раклин Малазони история по чудесу, может быть, опасается ошибки. Опять сильный удар пропустил Руслан в печень. Опять прилип. Очень сильный удар. Даже два. Сечку набрали, да? Да, 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 у Руслана рассечение. Концовка раунда. Я думаю, этот раунд равный. Опять вот видишь, я говорил о рецидиве. Пристрелялся, будет сейчас туда отметить. Ну, раунд, я думаю, равный. И из-за вот этих успешных ударов по печени раунд равный. Тяжелый, мучительный бой такой. Для Руслана всегда последний раунд. Последний раунд. По-моему, сейчас девятый раунд. Или девятый. По-моему, девятый. Я, наверное, тороплюсь. Ну, девятый раунд. А, девятый, да, я ошибся. Ну, вот сейчас два важных раунда идут. Чемпионские. Так, Гластер там, бровь-то хорошо так он повредил, там вздулись. Надбровные дуги, по-моему, надбровные дуга. Вот оно, видишь, грузит плечом. Борцовские навыки есть. Сейчас дагестанский боец будет прибавлять. Это чувствуется сейчас. Два раунда, у него хватит сил. Руслану надо на опережение работать. Скорость уже не того, более того, скорость. Не успевает Руслан. Идет вперед, головой. Скорость упала. Опять этот удар по печени. Жесткий удар. Я даже не понимаю, как он его терпит. Видать, немножко не точно попадает. Смазано, да. Потому что удар такой силы, если точно в печень, то я думаю, что... Он сейчас опять выцеливает Алиев. Как раз вот я вижу по глазам, он хочет опять туда. Накопленный эффект, накопительный эффект дает знать. Спокойно, узко, коротко. Коротко, прямой. Вот так, вот.
хорошо уходит, не надо оставаться внизу. Потому что, опять же, по затылку бьет Алиев. Вот хорошо. Руслан хорошо джебом достает. Вот правильно. Надо бить и уходить. Бить и уходить. Не надо вязать. Вот сейчас. Но скорость не та. Провалил, ответил, но скорость не та. Нету скорости и нету остроты удара уже. Концовку раунда пытаются сейчас, ну, боится с Дагестана вырвать. Я думаю, немножко выиграл этот раунд Файфер, это мое мнение. Немножко. Несмотря на усталость, на чудовищную, я бы сказал, усталость, Файфер работал. Работал и достаточно успешно. Сейчас последний раунд. Вот видишь, да, удары на повторах. Он просовывает левый. Подреберье туда. Ну, действительно, удар не четкий, поэтому больше толкающий. Но все равно это влияет на ощущение тела и в том числе сбивает дыхание. Ну что, последний раунд, друзья. Заканчиваем нашу трансляцию постепенно. Последний поединок нашего вечера, посвященный большому юбилею, 25-летию Федерации профессионального бокса Южного Северокавказского федеральных округов. Ну, юбилей журнала. 15-летний, да? Да. И 10 лет компании «Промоутерский боксинг». Да, большой путь прошла федерация, большой путь. Огромное количество турниров, больше 100. Открыты такие звезды, как Дмитрий Перов, Дмитрий Кудряшов. Ну, вернемся в ринг. Последний раунд. Конечно, очень много сил Алиев сохранил. Удары его по-прежнему остры. Если в первом раунде он был закрепощен, то сейчас эти удары достаточно расслаблены. Уважаемые болельщики, спортсменам не хватает вашей поддержки. По корпусу. Побарабанил, да. Да, эффективно очень отработал сейчас Алиев. Не сильно, но так. Вот сейчас хорошо хватит встретил. Иду на вы уже. Ну, еще времени много, почти 2 минуты. Заставился. Да, да, да. Ему надо постоянно менять дислокацию головы. Постоянно. Надо уходить влево, вправо, мы говорили, да. Движение корпуса. Он опускается вниз плечами, и зависает там. Да. Но тем не менее работает. Работает и стоит на ногах. Молодец. Я считаю, что он всегда очень, он больше делает намного работы, нежели другие его соперники, потому что он измотан. Последних раундов он всегда измотан. И вот на этом, в этом состоянии чудовищной усталости он работает. Он заставляет себя. Он не пассивничает. Конечно, Алиев тоже устал, но он свежее. В последний момент Руслану удается сделать шаг навстречу, да. И сократить расстояние руки, да, настолько, что Алиев не может его ударить. 15 секунд осталось. Тяжелый, драматичный бой. Да.
все. Ну что, бой. Марафон какой-то прям. Да, да, бой закончен. Руслан провел его, все выдержал. Ну, теперь все дело за судьей. Я не берусь судить, кто выиграл. Мне кажется, Рой Джонс покинул зал. Очень жаль. Но тем не менее, он сегодня присутствовал на боях, и это стало знаком, ну, какого-то событийного качества, да. Ну, без Роя Джонса присутствовало много хороших боксеров, знаменитых. Ну, а Рой Джонс — это вишенка на торте. Или свадебный генерал. Подводим итоги вечера, Александр. Для тебя, как для отца и для тренера, не очень завидная ситуация. Но, тем не менее, это жизнь. Но я сегодня за столом сказал, кто не падает, тот не поднимается. Поэтому я могу только пожелать Арсению восстановиться. И если он захочет продолжить боксерскую карьеру. Реперные точки сегодняшнего события, на твой взгляд, твои слова о федерации бокса, о работе на юге России, о впечатлении, ну, о сегодняшнем вот этом человеческом атмосферном мероприятии. Ну, я считаю, что вечер удался, было очень много больших людей, которые много сделали для этого вида спорта. И все это произошло благодаря отцу и сыну Костенко. Это праздник бокса, это знаковое и значимое событие на юге России. И, я думаю, не только на юге. Алексей Гусев комментировал. Это тоже, я считаю, знак качества. Поэтому вечер удался. А теперь итог. Вердикт. Подождем. Решением судей. Волнуется Руслан. Объявляется ничья. Это корректно. Это корректно. Я считаю, что это корректно. Тогда уважение организаторам, потому что так это... Да. Ну, я переживаю за Руслана, но думаю, что ничья, потому что столько сил положено было с той стороны, да, победа. Да, я думаю, ничья — это очень корректный результат и справедливый.